фасад основной в европейском стиле, даже с элементами готики, благодаря в том числе шпилям, башням, особенность этих домов, здесь продавались товары европейского производства, шоколад, конфеты, покровители для цветов, земледелия и плодородия. Меркурий, понятно, почему, да, это покровитель торговцев путешествующих. В советское время вы его не видели здесь, потому что он был закрыт асфальтом, почти 30-сантиметровым слоем. По стилистике она немножко перекликается, да, со старым Хабаровском, потому что здесь как раз уже сталинский ампир или неоклассицизм. Обратите внимание, эти прямоугольные окна с остеклением таким специфическим, в котором изначально по проекту этого дома разместились мастерские хабаровских художников. Сегодня является столицей конструктивизма на Дальнем Востоке, которая была воспроизведена в здании кинотеатра «Совкино».